персонажи, но сюжет уже современный. Судить будет сегодняшний конкурс жюри в составе Филиппова Светлана Ивановна, Анчиславская Ольга Васильевна, Владимирова Лариса Архиповна, Кривошеенкова Лидия Алексеевна, Пикина Елена Михайловна, Роклина Валентина Сергеевна. Итак, встречайте. Зачем нам это знать? Пуля, пуля.
ответ она ему спела песенку свою. Освободил. Хоть ты не моих кровей, для
меня ты всех родней. Про укрытие забыли. Все на грохот идет. Да? И Сотка продолжал. Ну а при чем же здесь мушки-цокотушки? Да просто так. Если бы не дружный коллектив, то не бывать тогда концу счастливым. И стал бы друг наш частный детектив. Не частным, а несчастным детективом. Но мы хотим вам смысл сказать. Умей за друга постоять. Когда бы не пришла беда, ты другу помоги всегда! Одна лиса кидала, крутилась, ну типа деловая, блин, в натуре. Конторы лисы, бац! Спалила налоговая, и осталась лиса не при делах. Она такая имидж на морду прицепила и до зайца. Сдал свой квадрат, покатил на Канары оттянуться. Нарисовала и сидит такая, типа все пучком и с понтом здесь выросла. Привет, лиса! Как дела, вообще? Я круто отдохнул! Такие девчонки, море, сон, вообще лиса, отрывались!
пошел мусорник слезу давить. Помогите! Помогите! Сашу отобрали! Бабюля Сашу отобрала! Закона хочу! Месики! Ну, пожалуйста, месики! Хочу домой! Верните, пожалуйста! Увез из себя оперволк. Пошел закон исполнять. Расплат, только ласки на дочь.
проходит мимо такой правильный пацан-петушок, стриженный гребешок. Thank you.
рассказать. Да, об этом действительно очень сложно рассказать. Поэтому группа 3-2 показывает. Ученик 11 класса Владимир, как и все ученики 11 класса, задался вопросом, куда же ему поступать после окончания школы. Он долго думал, посоветовался с друзьями, с родителями и решил отправиться в град Трубчев. Абитуриент! Что ж мне
собрался ехать в Мишель. Какие палаты! Так, батюшка, ты собрался путешествовать. Вот, хочу тебе предложить, съезди-ка ты лучше в Италию. Представляешь, отдохнешь в отеле. В этом отеле использованы только натуральные материалы. Мрамор, дерево. Вообще-то бумажная ткань только естественных тонов, которые впитают в себя запах леса и луга. Они тебя доставят максимум удовольствия. Сарди, слушай, идем. Мы ехали в Америку. Пятизвездочные отели. Мебель из только из бутика. Светлым деревом обделывают полы и стены, яркая керамика, водоемы и пустыни, фонтаны, бассейны. Все для твоего отдыха будешь чувствовать себя спокойным и уравновешенным. Батюшка, зачем тебе Италия? Америка есть и в Австралии. Добротная мебель из ореха, камня, бильярдный стол. Естественные тона. Белый, бежевый, зеленый орнамент действует успокаивающе, создавая приятное впечатление с окружающим. Не ваше это дело полы натирать. Кто заметишь, плохо будет. Да разговором не оберешься. Что ты заладил? Разговором не оберешься, плохо будет. Хочу отдохнуть и все. Буду дыхать, как нормальный человек. Пошел на нас. Совет мне, батюшка, учиться надо. Вот, например, философию или иностранный язык. Знаешь что, батюшка, дай мне тебе книгу. Только ты смотришь мои мысли, запиши там. Это моя работа, ваши мысли записывать. Только вот вопрос тебе. Ты все время одно, мысли да мысли. У тебя что, занятия больше нету? Не спорьте, ваше величество. Каждое ваше слово золото для будущих абитуриентов. Ну если мое слово золото, тем более для абитуриентов, тогда я постараюсь. Только ты вот смотришь, чтобы без ошибок. Не обижайтесь, пожалуйста. Я вот тут, Мишка, подумал, что вот если нам изменить интерьер? Ну, например, в палате, где бояре, поставить там сортовые мандарины, лиану брусселью и прекрасный абутилон. Абутилон? Какие слова надо записать? А вот где войско мое располагается, можно было бы подвесить потолки с галогенными светильниками. Галогенные светильники? Мне тоже записать надо. Ваше Величество, на это деньги надо. Еще бы!
Еще бы где войско мое, можно было бы поставить джакузи и олимпийского размера бассейн. Вот. Ваше Величество, деньги надо! Ваше Величество, хватит мыслей. Боярская дума ждет. А, дума уже собралась. Новости собраны. Все в порядке, Ваше Величество, не беспокойтесь. Ну, тогда пойдем. Боярская дума! Чего это не то? Вот Василиса Премудрая есть, и Дума тоже.
Тогда пойдем. Ой, подумали, подумаем, как хотеть встречать сердечки. Да, пойдем. Thank you.
жаль мою. Уезжаю, Василисочка, в отпуск. Поцарствовать тебя прошу. Поцарствуешь? Поцарствовать? Да как же твои войска подставиться? Да при чем тут войско? Ты другие вопросы порешай. Как гостей, например, встретить? О, батюшка, батюшка. Ну, поцарствуй, батюшка, езжай себе спокойно. Чумичка! Да, матушка, да, Василисочка. Соберите дома мне, Чумичка, надо вопросы решить. Эй, дома в царские палаты! Здравствуй, матушка. Здравствуй, матушка. Здравствуй, матушка. Дума, давала я объявление вам, чтоб нашли кота, кота Баюна, соловья разбойника да Емеля. Нашли вы их? Нашли, матушка, нашли. Поехал наш царь на каникулы гулять. Надо вопросы решить. Как же ты делаешь? Матушка, давай послушаем, соловья разбойник. Давай послушаем. Чумичка, вызови-ка соловья разбойника. Эй, соловей разбойник! Царские палаты идут! Что-то словей разбойник свиста твоего не слышно. Слышим всех людей. Замертво падают. Замертво, замертво, радуют, падают. Ой, у меня воет, ой, воет. Жук, свистеть не могу вообще. А может, тебе отправим к стоматологу? А вообще-то, что вы меня жвали? Что меня жвали? Проблема у нас такая, слави разбойник. Гости к нам приезжают. Мы хотим, чтобы как гости появятся, и ты нас оповестил своим свистом, чтобы мы лучше подготовились к ихнему приезду. А что я же лишь еще жубов не мать? Мы к стоматологу отправим. Желатые. А зачем же тебе золотые? Можно железные вставить. Ты шо, матушка? У нас, у разбойников, только золотые. Железными зашмыют. Вот так. Шо я, из деревни? А? Отправим мы тебя по стоматологу-протезисту. Только через неделю же возвращайся. Возвращусь и шапшу, как шалью губой. Ну, все, потом. Матушка, давай вызывай следующего. Кто там? Дальше. Чумичка, вызови нам кота Баюна. Эй, кот Баюн, царские палаты. Здравствуйте, бояре. Здравствуйте, премудрая. Василиса, это по какому поводу вы меня вызывали? Помощь твоя нам нужна. Соловья разбойника мы попросили наши гости появиться свистом своим оповестить, а тебя просим бдительностью своей их усыпить. Помогу я вам усыпить бдительностью гостей. А ты не растерялся через свою бдительность? Где ж твои чары? Нет, не растерял. Покажи-ка нам. Да, давайте покажем. Покажи. 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 Покажи.
ты сделал? Мы просили гостиницу бетон поляр. Василиса Премудрая, что ты делаешь, боярица? Не бойся, Чумичка, я тебя дал меня же вообще-то кубик поднимем. Молодец, Скотт, Лови Чумичку немерено теперь. Thank you.
хотел бы что-то сказать, пожелать группам. Есть такие? Ольга Васильевна. Да, ну, значит, такие замечания и пожелания. Первая группа 3-1. Хорошо. Первая группа 3-1. Я хочу сказать, одни имена чего стоят. Земфира, Алсу, да, Децл. Ну и наше поколение, слава богу, Кобзон. Так что на гребне свет современный, потому что, ну, сами, кто видел огонек, да, новогодние, все эти вот имена сейчас блестят в эфире, блестят и горят. Так, группа 3-3. Ну, я бы сказала, черный юмор. Черный юмор, но преподнесен супер. Поэтому я торчусь и торчу. Немножко вообще люблю Успенского и вообще рассказ этот люблю, вообще книгу люблю, с детства люблю. Но несколько затянуто, ну так я считаю, несколько затянуто. Но туалеты, можно сказать, прикид, да, или упаковка, да, ну тоже надо сказать, уровень высочайший, высочайший. Поэтому я подойду, кстати, я не подойду Агеевы и поинтересуюсь, где она такое пальто. Наташа, извините, пальто купила и решила, просто вообще чудо. Так, и надо сказать, что хотя Баба-Яга и персонаж, да? Да, в зубах навяз уже Баба-Яга, но так сыграть, так сыграть. Поэтому у нас рекомендация жюри после Трубчевского педагогического училища в АПГИК девочку. Так, ну а оценки, в общем, это наш председатель скажет. Видите, да, вы скажете? Вы знаете, что... Еще видели сильный человек. Ребятки, большое спасибо, я столько новых слов узнала. Вы знаете, без перевода теперь буду понимать всю жаргонную речь. Спасибо. А ведь действительно, вы сегодня жюри поразили. Мы тут мнениями обменивались. Лариса Архиповна вот хоть не хочет сейчас высказываться, но говорит, оказывается, стрелка — это свидание. Я на это не стала. То есть сплошь мы тут открытие делали. И у вас в данном случае учились. Но я немножечко хочу еще и обратить ваше внимание на некоторые нюансы с тем, что мы с вами еще будем, наверное, не однажды выступать с этими сказками. Группа 3-1. Мастерство актерское неплохое, все продумано, артисты играли хорошо. Единственный недочет, на что нужно обратить в будущем внимание – все говорить в микрофон и обращаться к залу, не поворачиваться спиной к залу. Мораль очень хорошая и интересная в сказке. Завершенность была такая и организованность. 3-3 нас очень поразили, поэтому, видите, сплошь мы тут изучали и ваш словарный запас, вы. Вначале шокированы были, потом отошли к концу сказки. Хотела вначале рекомендовать вам немножечко там изменить какие-то слова, а потом мы посовещались. И так, скажем, более пожилые члены жюри меня убедили, что все нормально. Поэтому не будем рекомендовать, чтобы вы там что-то заменяли. То есть оставляем сказку точно так же. И 3-2. Ну, 3-2 мы так уже ожидали от них чего-то. Соответственно, ну, ожидания наши оправдались. Но Таню Надыхту вам надо было давно на сцену выпускать. У вас, конечно, артистов много,
Зал чуть не реагирует, это я по Вереге говорю. Значит, у вас артистов в группе много, но у Тани сплошной талант. Ее нужно почаще выпускать. И еще личную мою симпатию, Чумичка, определяю. То есть тоже очень хорошо Олеся играла, в роль вошла, и у нее такая главная была роль. Ну а теперь баллы. Мы здесь выставляли баллы каждой по отдельности, а потом Лариса Архиповна тут долго считала, и получились... Ну не долго, нет, Лариса Архиповна, я имею в виду, что цифр много было. И получилось. Группа 3-1 набрала 27 баллов. Группа 3-3 набрала 27 баллов. А группа 3-2 набрала 27,5 баллов. Спасибо вам огромное. Мы желаем творческих успехов.